Полномочий делегатов. Какое предложение поступило от Михаила Витальевича? Значит, Михаил Витальевич к собранию никакого отношения не имеет. Ну, вы как? Не надо. Михаил Витальевич, не надо. У нас есть полномочный представитель. Вы хотите сказать, что выступать не нужно? Что? Нет. Совсем не будет выступать. Хорошо, вы реплики с места. Не более. Так, уважаемые делегаты, присутствуют пока представители 11 областей, 11 регионов нашего федерального округа. Это представители Тульской, Московской, Костромской, Рязанской, Тверской, Владимирской, Ярославской, Брянской, Смоленской, Калужской, Воронежской области. Из 17 нет 6, нет Тамбовской, нет Липецкой, нет... Тамбовская же есть, через... Где Тамбовская? А Белгородская тоже нет? Нет Белгородской тоже. Это те, которые приглашают? Нет, подождите, давайте не надо тут базар устраивать. Дайте человеку сказать. Значит, еще раз, нет представителей... Ивановской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, и кого еще забыл, Орловской, Якутской области. Какие будут предложения по начать? Пожалуйста. Я первый хотел бы акцентировать внимание, кто и зачем здесь собрался. Значит, как было указано в письме, опубликованном шефу, точнее приказе данному Белецкому, товарищем или господином, так сказать, Афрамеевым, не знаю, как назвать, потому что он сейчас это отдельная тема. То есть, что здесь должен быть собран президиум. Да. Президиум по уставу, на который все время ссылается Афрамеев, должны быть представители региона, совершенно которые так должны действовать по доверенности. Значит, что написано в доверенности, которую вы сейчас приложили, там, каждому сам. Есть люди, которые действительно могут действовать без доверенности. Я знаю, что такие, естественно, есть. То, что есть 11 человек, это кворум, и можно начинать. Хотя я, насколько слышал, так сказать, ну, в промежутке, так сказать, в кулуарах, будем так называть, что здесь есть и представитель Липецкой области, который я, имеет доверенность. И я точно разговаривал с представителем Тамбовской области, потому что там не было объявления, может быть, что-то ссылка на это, объявление было только у... Вот здесь вот около этого. Объявление висело игрового. Там висело, но я последние дни... Там, его там, сняли, там, да, потом. Как его там убрали, само оно вскочило, это второй вопрос. Начинать нам можно. Но первое, если это собрался президиум, я готов участвовать как представитель Владимирской области. Если нет, то я не хочу потом вступать в прения с господином Афрамеевым о легитимности или нелегитимности нашего собрания. Поэтому надо мандатная комиссия, если так сказать, это есть, то надо начинать. Здесь собрался президиум. Значит, чтобы легитимность была подтверждена. А вот еще видно. Владимир Николаевич, доверенность вашу, пожалуйста. Я не брал. То есть вам не дали доверенность? Я не стал брать. То есть представителей официального Ивановской губернии нет, да? Нет. Значит, давайте изберем мандатную комиссию. Предлагается 3 человека включить. Я думаю, что не так это важно, что это делегаты, находящиеся на президиуме, или просто люди, которые представляют свою территорию, пришли послушать. Без разницы. Нет. Если у вас предложение, вот давайте 3 выберем, они...